С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит. Состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи.
нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Верона встретит состав хозяев. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Нами состав Ромы. У второй команды расстановка практически идентична. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. Не самая простая финансовая ситуация сохраняется в некоторых странах и по сей день. Да, и поэтому вдвойне приятно и хочется поблагодарить болельщиков, что они все-таки находят возможность прийти на стадион и поддержать свои команды. Первый тайм начался. Нет, не дошел этот пас до адреса. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Тем временем соперник перехватывает мяч. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей.